Золото и две бронзы завоевал новоуренгойский спортсмен Василий Кукушкин на чемпионате и первенстве Уральского федерального округа по плаванию. Соревнования проходили в Сургуте. Для Василия Кукушкина эта победа стала счастливым билетом. В ноябре он отправится в Саранск, где будет выступать уже на чемпионате России. С пловцом встретилась Мария Федорчук. Ей слово. Выиграть соревнования, да еще и такие серьезные, дело непростое. Необходимо постоянно тренироваться. Поэтому Василий Кукушкин проводит в бассейне по несколько часов в день. Его занятия начинаются с 6 утра, после уроки в школе и снова в бассейн. Помимо этого, раз в неделю он посещает спортзал. Чтобы была выносливость, необходимо бегать больше. Больше плавать большие дистанции с нагрузкой. Чтобы выносливость большая была, но это вообще это врожденное, что ли. Чтобы быть спортсменом, нужно родиться. Заниматься плаванием Василий начал 10 лет назад. Тогда, будучи мальчиком, он очень боялся воды. Со страхом помог справиться старший брат. Он впервые привел будущего спортсмена в бассейн. Сейчас пловец признается, этот вид спорта занимает особое место в его сердце. Благодаря хорошей выносливости ему легко даются длинные дистанции. На чемпионате и первенстве Уральского федерального округа он преодолел полосы в 50 и 200 метров. К соревнованиям я готовился каждый день, утром и вечером. Приходил на тренировки, тренировался. Рассчитывал на выполнение норматива мастера спорта, ну и занять некоторые места. Результатами доволен и ожидания оправдал. Все это время Василия Кукушкина поддерживал его тренер Жанна Захарова. Поскольку она входила в состав судейской коллегии, во время заплывов ее воспитанника приходилось сохранять спокойствие. Выкрикивать слова поддержки судьям запрещено. Для Жанны Юрьевны это стало настоящим испытанием. Конечно же, в душе вся с ним, мысленно с ним прохожу всю эту дистанцию. Поэтому порой прям вот хочется и крикнуть, и посвистеть, но нельзя, к сожалению. Я надеюсь, что он меня сам чувствует на расстоянии, видит, понимает мой взгляд, мои жесты, как мы что там головой с ним показываем друг другу. Ну, конечно, он радует меня, радует родителей, радует всю нашу школу, радует наш округ. Целеустремленность и профессиональная подготовка дают свои результаты. На первенстве в Сургуте спортсмен завоевал золото и две бронзы. Такие достижения – пропуск на участие в чемпионате России. Он состоится в Саранске уже в ноябре. Там молодой человек планирует не только одержать победу, но и выполнить нормативы мастера спорта. Мария Федорчук, Артур Цвилюк, служба новостей «Импульс».